И уже сутки без воды 70-тысячная Смела в Черкасской области. Вчера из-за миллионных долгов облэнерго обесточила местный водоканал. Сейчас город находится на грани коллапса. В больницах не проводят плановые операции, а в школах завтра, возможно, отменят занятия. В Смелянской городской больнице с утра настоящий аврал. Отделения спешат запастись хотя бы технической водой. Со вчерашнего дня медучреждения отключили от водоснабжения, и буквально за сутки все запасы были исчерпаны. Ну, багато. Никто же не рахує, сколько воды расходится. Ну, это, слава богу, что, дякуючи нашему керівництву, что хоть обеспечили нас водой. Бо без воды же ніяк же не можно. Главный врач в отчаянии. Техническая вода проблем не решит. В больнице невозможно провести даже элементарную стерилизацию, поэтому все плановые операции медикам пришлось отменить. Сегодня мы еще работаем, а завтра мы сдамося. Потому что, даже работая руками брудными и заносячи инфекцию, я не думаю, что это для породилля, или для травмованного пациента, или для хирургического пациента это будет хорошо. И такая ситуация по всей Смеле. Город остался без воды из-за более чем 5-миллионного долга водоканала перед облэнерго. Коммунальщики предупреждали горожан о возможном отключении. Но даже запасы питьевой и технической воды быстро уходят. Виктор Дмитриевич положил внучке в рюкзак бутылку воды и не прогадал. Ну, это же даем, чтобы оно тут хватит и руки помыть, и напиться. Достаем воду, если надо, то покупаем воду. Сейчас коммунальщики и власти пытаются договориться с энергетиками, но сразу погасить долг водоканал не сможет. До сего часу предприятие никак не может отримати разницу в тарифах, что на 1.01.16 року складает 6 300 000. При отримании данных коштів обов'язково буде погашена заборгованість за спожиту электроэнергию. А вот в облэнерго уверяют, огромные долги накопились у водоканала за последний год. Мало того, все это время энергетики предупреждали коммунальщиков о прекращении электроснабжения. И все же вынуждены были выключить рубильник. Десь вони біля 8 разів були попереджені, наскільки я пам'ятаю, про відключення. Реакції ніякої не було. Ми розуміємо, що це водоканал, що це діти, що це лікарні. Але на нашому підприємстві, на жаль, на сьогодні така ситуація виникла, що ми не маємо змоги кредитувати. Після обіду водоканали і енергетики змогли договоритися о реструктуризації долга і підключенні підприємства к електросети. Вода в кранах жителів Смели должна появиться в ближайші часи. Но вот надолго ли? Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.